что угодно, по большому счету. Вот, то есть материал такой средней твердости. То есть сталь на нем обрабатывать не нужно, да? Но вот разные материалы без проблем. Вот. И как раз вот на видео, например, здесь представлено создание матриц для ван вот, из МДФ. То есть это те самые акриловые ванны, которые вот, значит, мы все используем в быту, скажем так.